Всем добрый день. Сегодня решили поехать туда, куда недавно ездили уже, в это место. Нам оно очень понравилось, там отлично клевала рыба. Думаем повторить эту поездку. Но единственное, что мы выезжали где-то там, что, во сколько же мы ездили-то? В районе там часов 11-12. Сегодня мы туда поедем по вечерке. Хотели рано утром съездить, но у нас с Андрюхой не получилось. Ни у него, ни у меня. Решили посетить это место именно вечеркой. Посмотрим, какая будет обстановка там вечером. Место классное, зацепило, ох. Едем. Стая рыб идет вот рядом с нами. Увидел нас, узнал, наверное. Сейчас скажет, что у вас, здорово, пацаны. Да, водичка помутнее гораздо. Вчера поливал сильный дождь, и вот последствия сильного дождя сказывается. Надо миляк пробивать, Андрюх. На глубине что-то никого нет. А? Ага, ну блин, вода очень мутная, слушай. Не видно ничего вообще, даже в очках. У меня сегодня шнур стоит. Я думаю, от камушков отцеплять можно будет поинтереснее будет, чем на леске. Когда леска стоит, хрен отцепишь. А, тянется. Далеко клюнул. Слушай, а ну вот тебе скажу, на шнуре 0,3 летит гораздо лучше, чем на флюрике, да? 0,3. Я напишу, что 0,3 по Е? Нет, мормыха. Шнур 0,2, да. Да, вот на этом участке она и клюет. Только она что не засекается-то? А? Могут поскорее клевать. А. Вот у меня каждая проводка и по две поклевки, только не засекается ничего. Вот такая. Такая же? Ну, видишь, а кто это? Вот опять. А что, он не доедает? Вот опять. Повисит и все. Но не за хвостик, а за краешек. Вот опять. Вот опять. Да что такое, слушай? Он прикалывается, что ли? Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Вот так вот. Пескари-то здесь какие. О, видишь, кто там? Полосатый? Да, Вера полосатый. Как он? Видишь, орел? Бил и подсекся. А к вечеру она здесь не такая активная. Может, походили. А, ну может, походили, плюс вода помутнела. Че, поставил шнур, теперь на шнуре у меня будет схода? Да не, вряд ли. Он
видишь, что творит? Отгрызает? Нет, сдергивает. Ну вот, я говорю. Отгрызает, он быкует. За хвостик. У меня-то леска. Сейчас нормально такое. Я думаю, это был окунь крупный. Короче, он не хочет, он просто прогоняет. Если бы он хотел бы скушать, сразу вот так и все. По-моему, там трава прилипла. Ага. Я не знаю, у меня уже сходов там за десятку. Что такое-то происходит? Ты знаешь, вот сюда я даже скажу, что, наверное, катушечка 2000-ная поинтереснее будет. Может быть, потяжелее будет. Вот а, нет, у меня по весу одинаковый. Там разница 10 грамм. Не ощущается эта разница. Вчера менял постоянно, проверял, как оно, тысячник или двухтысячник. Потому что палка такая, как бы она объемная и поудобней катушка, которая побольше. Ждал он ее там. На шнуре я вам скажу, шнур с поводком, со флюрокарбоновым, поинтереснее кидать, чем с леской. Мне больше нравится на шнуре. Вот я с леской походил предостаточное количество времени. На шнуре получается более контролируемая проводка, нежели на леске. Мне больше пока нравится на шнуре. Вот получается сколько, пару недель. И вот поставил сегодня шнур, и вот буквально 10 минут ловли, и уже понял, что мне больше нравится шнур. И на леске так уже не отцепишь. Можно, я отцеплял, но шансов мало. Вот так вот, минус в том, что поводок. Если часто меняешь мормыхи, то поводок быстро заканчивается. Придется его привязывать, потому что иначе никак. Либо вообще ловить без поводка, но тут опять же все зависит от места. Шнур можно очень быстро убить. Особенно в таких местах, как сейчас. Тут камней немерено. Ну, это... мое мнение, мои впечатления. В этом месте рыба продолжает дергать за хвост приманки, но не более того. Ну и пойдем дальше.
Так можно весь вечер простоять. Кто хочет кушать, вот кушает. Да? Друг мой. Пока. Ну и кто не смотрел видосы, или там пропустил, неважно. Ездил с этой палкой по малым рекам на течение ловить на маленькие воблерки в пределах теста на колебалке. Палка себя показала просто на высоте. Буду еще пробовать ездить, выезжать с ней. Я ездил с леской. Надо попробовать со шнуром 0,2 и флюр какой-нибудь повесить 0,14. Походить, покидать колебалки. Бежал. Понятно, я ударился об камушек. Клюнул, ударился об камушек. Офигел, наверное, там скажут, что за фигня такая. Что со мной творят. Вот вам и вечер. Все по-другому стало сразу. В плане клёва, в плане стоянок рыбы. Кто там? Окунь? Спунж. А, ты поставил спунж? Окунь? Офигеть. А ты маленькую горошинку поставил? Он как горошинка типа такой, да, маленький? Как хлебушек. Вот и бери с собой одну штучку и все. И больше можешь ничего и не брать, Андрюх. Никаких приманок, ничего. Все в помойку. В траву завел. Офигеть. Мамочка, чуть в лоб не вылетела. Хорошо, не по спиннингу, блин. И не по лбу. Ух ты, блин. Он дал жару мне. Он крупный. Крупники. Длинный какой-то. Длинный, худой. Стримовый, да, Андрюх? Совершенно верно. Слушай, ну я тебе скажу, что
вот, на леску таскать поинтереснее. Кайфу больше, чем на шнур. Тут так и получается, что шнур может сделать то, что не может делать леска, и наоборот также. Тут получается, выбирай сам. Плюс поводки вот эти все не надо вязать. И вот здесь, на этой палке, кольца большие. Я не слышу узла, как он при забросе стучит. А на бексоде слышно, да. Не знаю. Да я, в принципе, окуню рад. Нифига себе. Офигеть, это был карась. Бежал. Вот это пескарище. Офигеть, громадина. Приятный. Ой-ой. Вообще. Здоровехенький дружок такой. Блин, все там у него. Ах. Еще минус того, что надо вязать поводок на шнур. У меня произошел зацеп и обрыв. Обрыв на узле с флюрокарбонной плетенки. Я трачу, чтобы привязать новый поводок, на это время. А тут, допустим, произошел выход рыбы. И он буквально минут на 5. Пока я вяжусь,
у их рыб закончится просто-напросто. Опять же, есть такая еще фишка, например, ну захотел ты пойти там плавить, не знаю, как вот у меня бывает, голавлик. Ты знаешь, что в этом водоеме он не крупный. На шнур можно поставить любой толщины флюр, ну практически, именно в диапазоне 0,2 ПЕ. Естественно, сюда 0,3 крутить, понятно, никто это не будет. А там такой, там 0,1, там. 0,128, 0,14. Либо там какой-нибудь 0,09. Вот в этом тоже вся фишка есть. Если леску ты намотал, то все. Ты знаешь, что, допустим, у тебя шнур там на разрыв. Сок он получается 1,8, по-моему, если 0,2 ПЕ. И вот в этом диапазоне можно вязать разный флёр, смотря на какую рыбу ты идешь. Ух ты, блин, уклейка была. Вот так, кайфа вываживания, по вываживанию не крупной рыбы, больше на все же на леску, однозначно. Но здесь подача более точная на шнуре. Потому что, понятно почему, потому что он нерастяжимый. На леске подача более такая расхлябанная. Нечеткая, скажем так, как здесь. В общем, скажу так. Ух ты, опять уклейка бежала. Что и там, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но скажу по себе, когда происходит обрыв на узле флюрокарбона и шнура, это обламывает. Не хочется. Тем более, вот стою по колено в воде, сейчас стоял, вязал. Как-то, честно говоря, уже... Ну, просто, наверное, лениво становится. На самом деле, в этом такого ничего нету. Если рука уже набита, там... Дел-то... Ну, вот, опять сход. Что ж такое-то? Крупная рыба была. Дел-то там минуты-полторы. Если не спеша все делать, я имею в виду. В спокойном режиме. Это начинает обламывать. Вот плюс сейчас у меня... А, все, за приманку сдернул просто. Вот мысли такие посчитать, что... Почему сегодня столько сходов? Ну, одна рыбалка не показатель, надо снова походить. До этого схода у меня были часто сходы. Это в связи с тем, что... Под такой вид ловли лучше, конечно, палку... С медленным строем, чем с быстрым. Это у меня сходов было из-за того, что я уже говорил, разбивалась сильно рыбе губу. Сейчас палка правильно. Проблем с этим не должно быть. Ну, по сегодняшнему дню пока я уже сходов очень много. Хотя Андрюх тоже, он говорит, у меня тоже сходов дофига. А он, по-моему, сегодня ловит как раз на леску. Что? Просто надо половить. Побольше посмотреть. У меня рыба явно как-то клюет неправильно. Точнее, даже не клюет, она, например, не кушает, она просто прогоняет приманки. А, забыл еще сказать, что при сильном ветре леску так не выдувает, как шнур. Леску закинула, да.
сразу тонуть начинает, а шнур не снапрусит. Приятный рыб. Как он под ногами прям бабахнул. Я аж хотел вытаскивать, думаю, не, подожду. По поводу. Устал? Устал, в общем, устал? Да. Просто так, просто устал? Или от чего? Да, устал. Я? Ты знаешь, я уже на автопилоте, Андрюх. Ты же понимаешь, рыбалку у нас с тобой много, они каждый день. Это очень прекрасно, замечательно. Но усталость уже внимания не обращаешь. А мы тут беседу ведем про флюрик, про шнурик, про леску. Нам весело, хорошо, вечерок. Штиляк такой. Вот опять прям под ногами. Ноль три. И у тебя на первом забросе. Хотя здесь, когда мы шли, народ стоял, да, тоже? Все там у него. Спасли. Все, ребятушки, эта рыба была на посошок. На сегодня, думаю, хорош. Приманка уже вся никакая, уже ее и так уже все покромсали, поели.
сегодня вечерок начинался сложно, но потом рыбка расклевалась. Подарила нам кучу эмоций, адреналина, кайфа. Опять поймали сегодня в количестве. Классно оторвались. Будем завершать на сегодня наш вечерний выезд. Хватит. Давайте, друзья, до новых встреч. Ну, у кого какие мысли по поводу шнура, лески, флюорокарбона, пишите в комментариях. Обязательно пообщаемся на эту тему. Интересно посмотреть, послушать, почитать, у кого какое мнение складывается на эту тему. Ну, давайте. Жму всем руку. Пока.